Как вам сегодня концерт? Хорошо, по-моему, вообще. Отдача зрителей. Отдача зрителей, и мы отдали, и зрители нам отдали, а мы опять им отдали, а они потом нам опять отдали. В общем, все хорошо было. Такая картинка, инопланетяне и фраза. Мы им посылаем сигналы, они это назвали даб и под это танцуют. Вот прокомментируйте эту фразу. Ну, это значит, сигналы как бы дошли, и значит, если танцы пошли, значит, ну, все хорошо. Собственно, о чем и говорилось изначально. То есть хорошая энергия, она может трансформироваться во что угодно. Главное, чтобы доходило. Если инопланетяне танцуют под сигналы, значит, все замечательно. У них все с восприятием хорошо, а у нас все хорошо с посылом. Наладили контакт. Контакт. Как будет промоушен развиваться? Ну, как бы таких, как таковых вот конкретных планов нет. Ну, мы уже посетили вот Украину, там Россию посетили, да, с ее столицей. А там, возможно, что будет Белоруссия. А там дальше я не хочу загадывать, потому что, ну вот, Коктебель, как столица Крыма, он тоже будет захвачен. Ну а там дальше уже к весне что-нибудь придумаем еще. Потому что весна, она заставляет шевелиться, заставляет как-то двигаться. Вот мы будем двигаться вместе с весной. Все. А где же музыканты сегодня на концерте? Музыканты были в маленькой коробочке, они находились. Они такие очень славные и послушные. Вот им что скажешь, они то и играют. Они очень виртуальные. Они действительно, ну, каждый инструмент был озвучен музыкантом. То есть это не прописанная там какая-то байда на электронной пищалке. Это все живые музыканты. Но они виртуальные, потому что вот так вот проще в данный момент передвигаться. Потом мы будем передвигаться с составом. Но вот сейчас лучше передвигаться так, чем не передвигаться никак. Я считаю, движение всегда лучше. Вот. Вот таким образом. А есть ли в планах в партнерстве сделать несколько треков? Ну, пока вот я тебе честно скажу, что, во-первых, как бы это не является самоцелью. Есть западная музыка, так называемая, и есть мы, да? То есть вот Восточная Европа. Каким образом возможно, учитывая языковый барьер и так далее, экспортировать нашу музыку вот на Запад? Только через уши проезжающих граждан. Я причем думаю, что Евро-2012, оно поспособствует очень даже вот этому самому моменту. Вот. И мы будем активно насыщать любого попадающего под наше звучание прямо в ухо. Иди сюда, найди в ухо. Он такой: о, хорошо. И пошел насыщать своих друзей там в Европе. Все, вот так все будет происходить. Все очень просто.